Чествование лучших работников свердловских предприятий состоялось в резиденции губернатора региона. О том, как это было, смотрите прямо сейчас. В преддверии праздника весны и труда, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов провел торжественный прием лучших работников предприятий и организаций Свердловской области. В резиденции главы региона 16 человек получили грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Губернатор ставит перед нами амбициозные задачи по реализации национальных проектов, программы пятилетки развития, по обеспечению прорывного развития и достижению и повышению качества жизни наших земляков. Уверен, что опираясь на трудолюбие, целеустремленность и патриотизм жителей региона, мы сможем осуществить задуманное и укрепить добрую славу опорного края державы. В числе участников церемонии – врачи, инженеры, слесари, психологи, металлурги, бухгалтеры и представители других профессий. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что в зале представлена трудовая элита, благодаря которой регион входит по многим показателям в десятку лучших в стране. Мы первые создали шагающий экскаватор. Мы первые создали пенициллин, углеродистую сталь, слиток титана. Мы первые создали противоклещевой гамма-глобулин. Мы первые создали триазавирин. И во многом другом мы были первые. И ни один космический корабль не может взлететь без деталей, которые изготовлены на предприятиях Свердловской области. Вот то, что вы сделали, мы говорим, что Свердловская область благодаря вам входит в десятку регионов лидеров по многим показателям. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной Думы Андрей Ветлужских подчеркнул, что уважение к человеку труда – одна из ключевых ценностей нашего общества. Сегодня конкуренция между странами, между регионами, она только обостряется. И мы, конечно, за то, чтобы в нашей стране, в нашем регионе производилась лучшая продукция, и, соответственно, предприятия могли платить достойную зарплату с хорошими условиями труда, чтобы у нас было отличное образование, высокая культура, отличная медицина, и тогда мы сможем и дальше продолжать быть и локомотивом для всей страны, и дальше можем делать ту продукцию, чтобы она продавалась, и чтобы людям жилось хорошо. Слова благодарности высказала Светлана Даниленко. Особым словам благодарности аппарату губернатора Свердловской области, а также Федерации профсоюзов Свердловской области. В первую очередь за особое внимание к человеку труда, за очень теплый и душевный прием, а также высокую оценку результатов нашей деятельности. Поверьте, это очень важно для нас. Согласитесь, получить награды – это очень приятно, но получить награды из первых рук – это очень волнительно. И, конечно же, полученная сегодня почетная грамота – это только мощный стимул и мотиватор для дальнейшей и успешной работы. Почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами были награждены те, кто добросовестно и честно делает свое дело. В их числе рабочие и служащие, инженеры и врачи, профсоюзные лидеры и работники гражданской авиации.